الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Сомали – одна из беднейших стран мира. Из-за сильнейшей бедности и царящей там первобытности, которая, клянусь Аллахом, разрывает наши сердца, попадая туда, ты чувствуешь себя так, словно перенесся на машине времени на несколько веков назад. Временами вся большая семья собирается в одной хижине. Какой размер хижины? Посмотри сам. Ее площадь 4 на 6 метров. Казалось бы, им не хватит места. Но хозяин рассказал нам о распорядке, в соответствии с которым он распределяет членов своей семьи на этом ограниченном пространстве. Спроси у него, пожалуйста, сколько человек живет у него дома. И, кстати, не все сомалийские племена говорят по-арабски. Некоторые говорят только на сомалийском. 9 детей, отец, мать и его мать. То есть всего 12 человек? Да, 12. Как он их раскладывает внутри? Как он может всех их разместить на этом маленьком пространстве? Я его посчитал, это 4 на 6 метров? Он говорит, что распределяет их рядами. С одной стороны девочки, с другой стороны мальчики. Он раскладывает их по рядам. Субханаллах. Если дожди прекратятся, наступит засуха и, возможно, смерть. Если же начнутся дожди, люди также пострадают, ведь их дома не могут выдерживать даже не сильный дождь, и им придется строить себе новый дом. Жизнь хозяина дома очень примитивна. У них нет элементарных условий для человеческой жизни. Его дети ходят в школу? Большинство из них не ходят, потому что сейчас он не в состоянии платить за их образование. Плата за школу – вот то, что мешает им учиться. Я думал, что обучение в их школах составляет сотни долларов. Сколько стоит обучение в школе одного ребенка? На одного ребенка обучение в начальной школе стоит 5 долларов. У него нет 5 долларов для своих детей. Представь, что будущее человека зависит от 5 долларов. Клянусь Аллахом, мы с вами пребываем в таких милостях, что сосчитать их может только Всевышний Аллах. И это не единственные их трудности. Этот человек также не имеет какого-либо средства передвижения. Он всегда вынужден идти пешком. Знаешь ли ты, сколько часов он иногда должен идти по одному делу? Примерно 24 часа. Он идет 24 часа пешком? Не останавливаясь. Не останавливаясь, чтобы дойти до какого-то места? Да. Это то, что мы видим в нем со стороны. Но что, как вы думаете, он чувствует в душе? Может ли человек, находящийся в таком состоянии, ощущать спокойствие духа и покой? Послушай его, что он говорит. Чувствует ли он счастье? Доволен ли он своей жизнью? Он говорит, я уверен на 100%, что нет никого, кто бы жил лучше меня. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. На всем земном шаре. Это неудивительно. Это в точности то, о чем говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Богатство человека не в изобилии мирских благ. Истинное богатство – это богатство души. Да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада. Да, клянусь Аллахом. Вот так просто этот человек смог получить удовлетворение в жизни и довольство, и спокойствие разлилось по его сердцу, подобно полноводной реке. До такой степени, что он ощущает, что нет никого, кто жил бы лучше, чем он. Хотя мы чувствуем, что нет никого, кто жил бы хуже него. Но счастье не измеряется занимаемой должностью, о которой мы мечтаем, ни машиной, которая нам нравится, ни деньгами, получить которые мы так стремимся. Счастье имеет 7 секретов. Все вышеперечисленные вещи не имеют отношения к счастью. Счастье находится в других координатах. И его чувствует тот, кто приучил себя к этому. И иншаллах, в будущем мы сделаем передачу, в которой расскажем об этих 7 секретах счастья. Уважаемый брат, уважаемая сестра, знаете ли вы,
после того, как мы посетили ту хижину. Мы тогда считали, что это какое-то исключение. То есть во всем Сомали настолько плохо живет только та семья. Но нет, мы были поражены тем, что это вполне распространенное явление. Мы даже нашли хижину, которая была меньше первой. Она была круглой формы, с диаметром всего 4 метра. 13 человек живут в этой хижине? Да, живут. О, Аллах, помилуй своих рабов. И ты должен спросить меня, из чего сделана эта хижина? Дом представляет собой металлические пластины, старые консервные банки, прикрепленные вместе. Их соединяют нитки и иногда гвозди. Сверху они вешают тряпки и водонепроницаемые материалы, чтобы во время дождя вода не попадала внутрь. Думаете ли вы, что они живут здесь месяц или два, год или два года? Нет, в этой хижине они живут уже 10 лет. Клянусь Аллахом, человеку сложно выдержать внутри даже 5 минут, не говоря уже о том, чтобы жить в таком доме 10 лет. Здесь мы, кстати, нашли другого человека. У него мать и жена, и всего внутри дома у него живут 13 человек. Аллаху мустаан. Иногда даже запах от готовки еды. От этого запаха угля можно задохнуться. Сейчас я попрошу, посчитай и скажи мне, как все эти люди могут жить на такой площади? Я до сих пор не знаю. В общем, такое положение дел в Африке. В Нигере, например, некоторые хижины похожи на коробки. Их покрывают полиэтиленовыми пакетами и какими-то нитками, и люди живут в них всю свою жизнь. Уважаемый брат, уважаемая сестра, есть один хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Я слышал его и раньше. Но когда я поехал в Африку, я будто увидел его своими глазами. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто из вас застал утро, пребывая в безопасности и в добром здравии, имея пропитание на этот день, тому словно достался весь мир». Когда некоторые братья увидят все это, они скажут: «Клянусь Аллахом, я чувствую, что я самый богатый в мире человек. О Аллах, заверши до конца свою милость к нам. О Аллах, дай нам благодарность за нее и сделай нас из числа благодарных, много поминающих Тебя, кающихся и покорных Тебе рабов. Увеличь нам наше благоденствие и заверши для нас по милости Твоей вхождение в высшие сады Фирдауса вместе с пророками, правдивейшими, шахидами и праведниками. И как же прекрасны они в качестве товарищей. О Аллах, мы просим Тебя раскрыть наши сердца, простить наши грехи, возвысить наше положение и стереть наши прегрешения. О Аллах, мы просим Тебя собрать нас в тени Твоего трона в день, когда не будет другой тени, кроме Твоей тени. О Аллах, сделай так, чтобы книги наших деяний были даны нам в правую руку. Облегчи наш расчет и облегчи наш переход через Сират. Мы просим Тебя, о Аллах, раскрыть наши сердца к повиновению Тебе. Поведи нас к Твоему довольству и сделай самым любимым для нас тот день, когда мы встретимся с Тобой, когда мы посмотрим на Тебя, на седалище истины, возле всемогущего властелина. Аминь, о Аллах. И хвала Аллаху, Господу миров.